Всем привет! Раньше трасса Тольятти-Димитровград, которая проходила мимо Ташлы, проходила вот в этом месте. И шла вот туда. Сейчас она, видите, где идет? Ее срезали, расширили. Но это было давно, я учился в классе 5-м, наверное. Переделали дорогу здесь. А раньше, да, вот здесь мы ездили. И смотрите, где я нахожусь. Возле стеллы колхоза Заря. Села Ташла. Вот что с ней осталось. Что с нее? От нее осталось, вернее. Такая стелла. А там впереди, куда смотрит камера, зерноток колхозный. Сейчас какая-то контора выкупила его. А вот дорога идет вниз. Когда вот этой трассы не было вообще, дорога шла через село Ташла. И вот это вот грунтовая дорога, потом ее, на нее положили щебенку. И когда ремонтировали мост возле села Ташла, объездная дорога была здесь. То есть по старой дороге все ездили. Вот. То есть такой вот исторический момент. Здесь уже все заросло деревьями, а раньше здесь было чисто, то есть, ну, не было деревьев, было пусто. И трасса выходит, вот эта вот дорога, раньше это была трасса, она была узкая, то есть она вот как раз вот идет туда. Вон она, упирается как раз в новую дорогу, где идет фура. Вот. Сейчас мы увидим, как идут большие грузы. Зерновозы вот пошли. Тольятти-Димитровград. Я также езжу на скутере, путешествую по селу в отпуске. Вот эта дорога старая идет на село, через село и шла на Димитровград. Потом уже, когда мост построили, пустили в объезд. Основная трасса была здесь. Ну а в 80-х годах ее сдвинули вот туда, срезали и расширили дорогу. В общем, вот такая вот история. Пофоткаю стеллу и поеду домой. Все, что от нее осталось. Давайте, всем пока.